Ребят, молодцы, что посмотрите обучение. Это нам действительно понадобится бумажка. Можно взять. Я даже при вас могу оторвать. Совершенно любая. Желательно, естественно, поменьше. Такого размера. Так. Далее. Главное ставить ее слишком. То есть не вот так вообще, да? Иначе так фокус просто не будет получаться. А ставить чуть-чуть вот. Примерно так, чтобы получилось отлично. Так, можно было стрелять. Для начала нам нужно зарядить наш палец, пистолет. Ну ладно, шутка. Хотя интересно. Далее. Как же все-таки выполняется фокус? Когда мы как бы. Наша бумажка. Когда мы как бы трем щетину, мы направляем сперва, мы просто подносим, ну так делаем, так? Да? Ну ничего не происходит. Делаю вид, что надо зарядить его, да? Далее, когда начинаем тереть, мы подводим сильно и делаем вид, что стреляем. Выглядит выстрел вот так. И создается ощущение, что наша советочка падает. То же самое можно ставить стакан, и главное чуть-чуть потренироваться. И желательно это делать салфеткой, потому что бумажка, она хорошо стоит, и сделать так, чтобы она упала, очень сложно. Плюс, научу бонусы. Как же сделать этот звук? Не используя нашего заднего места. Во-первых, пусть обыкновенный звук. Надо, чтобы получился такой звук, но это получится не сразу. Направлять его где-то вот в эту часть. Получается так. То есть стоять, вот так вот, направлять где-то примерно вот сюда. Это сразу не будет получаться. Но поиздеваться над людьми так можно. Как это делаю я. Это очень классно. После долгих тренировок у вас должно получиться примерно так сейчас. Сейчас. Вот. Наподобие такого звука. Может быть, у вас даже будет получаться намного лучше, чем у меня, потому что я буквально придумал его с одноклассником пару дней назад. Так что все, пока. Троллите людей. Да.